Всем привет! Сейчас подробно и четко объясню, почему упал забор на мой автомобиль. Делают вокруг дома гидроизоляцию фундамента. И стали подходить уже к тому месту, где стоят автомобили с нашей стороны. Я перегнал машину подальше, поставил, чтобы не мешало тракторам, грузовикам. Вот, и был у них полный карт-бланш. Вот. Ограждения они ставят свои, алюминиевые, ограждения у них очень легкие, прямо как пушинки, блин, на бетонных таких основаниях, блин, втыкают их туда, блин. Так вот, я планировал переставить автомобиль, но, к сожалению, у меня периодически начинает болеть нога, блин, и я не могу выйти в течение нескольких дней. Такое бывает? Ну, бывает. Поэтому у меня и видео-то в основном изнутри автомобиля я снимаю, потому что вокруг ходить долго не могу, блин. Вот. Ладно, не суть, ерунда это все, блин. В общем, они когда уходили, поставили забор, две секции отдельно. До этого он был скреплен целиком полностью металлическими стяжками, блин. А тут поставили две секции, перегородили проезд автомобилем, блин. В трех местах. И вот эта вот секция, блин. Они поставили практически вплотную к автомобилю, блин. Но мозгов нету, блин. Но был дождь, и прораб свалил раньше времени, видать, с работы, блин. Я уж там не знаю, какая у них кухня, блин. Но сам факт так произошел, блин. Ладно. Все это дело упало, блин. Что делать? Мне туда не добраться, блин. Рыжик с работы пришла, подошла туда, сфотографировала, перекинула этот забор в обратную сторону, сбросила его на этот самый, на асфальт, блин. И вот сегодня утром дождался, когда они тут начали работать, блин, и позвал всех сюда ко мне домой, блин. Они не пришли в отдельное время, они притащили еще этого самого председателя дома, блин. Баба там у нас. Вот. Но с женщинами я не люблю разговаривать. Она сразу стала пугать меня ГАИ. То, что автомобиль стоит неправильно. Я говорю, зря вы это делаете. Я говорю, тогда сейчас я вас буду пугать детьми, которые ходили вдруг мимо этого ограждения, возвращались домой. А оно у вас тут от ветра летало, плохо закрепленное. Халатность работы, блин, которая повлекло бы человеческие травмы. Тетка разнервничалась, свинтила, блин. И после того, как остался прораб, на почве того, что я тоже работал прорабом, мы в течение 5 секунд с ним поняли друг друга и договорились. Прямо на изи. То есть, он закатил мне поляну, потому что повреждений там одна царапина, блин. И чуть-чуть дал денег. Все. Вопрос решился. Достаточно легко. Вот сейчас вот буквально... Сколько сейчас? Без 15:12. Пятница, блин. Вопрос уже весь решен. Так что, ребята, вот такие пироги, блин. Я, конечно, сам виноват. Ну и ребята тоже вот из его бригады подвели, блин. Здесь роза ветров вокруг дома, блин. И она... Здесь, в общем, если что-то крепить, то нужно крепить очень четко, блин. Потому что ветер здесь больше, чем в обычных местах, блин. Вот, на открытом пространстве, блин. Так что такие вот пироги. Все нормально, блин, обошлось, блин. Сегодня они делают, заканчивают, во всяком случае засыпят. Останется у них уже марафет наводить вокруг дома. Всем спасибо, всем пока.